Очень вкусно. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Салатик. Вот такая миска. Не знаю, сколько здесь граммов. Неважно, это салат. Там мало калорий. Можно отсюда было даже кушать. Сметанка. И пельмешки. Доброе утро. Приятного аппетитика. Пельмешек захотелось. А так можно было обойтись салатом. Вкусно. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Да, пока свои не сделаешь пельмени. Одно название. Ну, смотрите. Тесто больше, а мясо вот такой кусочек. Ну, как вам объяснить? Ну, это жопа. Согласитесь. С майонезом можно было салатик сделать. Чесночком. Я так сделала. Вкусно. Одно тесто. Вот как, еще и продают. Да еще и не за дешево. Вкус пельмени, конечно, существует, но мало мяса. А мясо? Вываривается, уменьшается. Вы уже это знаете, не глупенькие. Большенькие уже детки, конфетки. Ой, завтра 1 декабря будет. Ой. Ну, вон, видите, тесто больше, чем пельмешек. Чем мясо. Экономят. Воруют. Вкусно. Я голодная. Кукурузного масла надо купить. Или нового. Полезно, потому что в льном масле есть кислоты. И есть омега-6 и 9. Полезно. Как может быть в масле быть кислоты? Может, они сопутствуют в организме, чтобы выделялось? Не знаю. Чтобы в организме синтезировались эти кислоты. Кстати, мне нравится вот эта сметана. Это не реклама, конечно же. У меня нет рекламы на моем канале. И мороженое вкусное. Ну, нравится коробка. Своя сметана, конечно, была бы лучше. И творог у них вкусный. Творожок. Да. Пельмени только одно название. Ужас.
пиздец. Как людей обманывают. Это я другие купила. А что толку? Тесто дофига. А эти... А мясо, ну, вы видели. А куда деваться? Едим же. Ну, вон, смотрите. Как же показать, я даже не знаю. Вот это типа кусочек мяса сморщенный. А это типа... Сейчас. Ой, блин, да падай ты. А это типа тесто. Пустое тесто. Вот как так? А потом удивляемся, откуда вес... Откуда все? У нас, конечно. Это, наверное, не мясо. От соя. Вот так мы и питаемся. Всякой говном. Вопрос кандилома могут вызывать нарушение менструального цикла. Все-таки большинство считает, что это миф. Действительно, миф, конечно, никакого. Про влагалище говорят. Кандиломы не имеют гормональной регуляции по телеку. Поэтому вот здесь можно точно не переживать. Блин. Кандиломы могут провоцировать развитие рака. Зрители практически единодушно считают, что это правда. Это действительно правда. И вирус кандилома человека... Я люблю такой сок. Вот такой сок люблю. Он вот такой овощной вот этот сок. Ну, как супчик. Особенно летом. Кто-то ее вливает, кто-то выбрасывает. Да, нет. Я ем. Особенно водку запивать вкусно. Этим соком. Ну вот этим. Смотрите. Сколько сока пускает овощи. Ну кто-то не любит это. Я обожаю. Одно тесто. Кандиломы можно удалить с помощью народных методов. Я так надеялась, что у нас... Надо будет самой это слепить. Скажите, пожалуйста, пельмешек. Использовали народные методы. Кстати, кожа нажигает. И, в общем, я оставила занятие. Точно, из там, прошлого перевязать волосы. Чтобы не ныть. Ну, вон, видели, да? Это делать не нужно. Прежде всего, что происходит? Во-первых, у вас происходит ожог. Во-вторых, вы удаляете только часть, которую, да, вы видите. То есть, это разве мясо? Вот эту часть. У каждой кандиловки... Как люди этим питаются? Я не знаю. И если мы с вами его не удалим, на этом же месте... Причем любые пельмени купи. Поэтому ни в коем случае так не делайте. Это очень неправильно. Мало того, когда происходит вот эта травматизация... И мяса мало. Перерождение клеток гораздо более неблагоприятное, чем самая обычная кандилома, вполне вероятно. Поэтому а должно вот так. Кандиломы могут появиться после... Вот я когда свои леплю, у меня не вот столечко. Наталья, как опытному борцу, да, ну, я хочу сказать, что вот у меня на том, что... Все
Что хотят, то и творят. Ладно, мои хорошие. Любимые, пригожие. Мои сладенькие, солененькие. Как я вас люблю, всех моих подписчиков. Самые лучшие, самые красивые. Многие думают, что я на канале что-то получаю. Нет. Нет у меня денег на канале. Нет. Нет, нет. Ничего я, мои хорошие, не получаю. Я на ютюберы. Я такой ютюбер, который самый первый, который не нужны деньги. Это мое хобби. Я самый такой ютубер, которая включила камеру, да и все. Да и ладно. Нет у меня зарплаты с ютуба. Нету. Это мое хобби просто. Моя жизнь. Это вы мои. Это все вы мои, любимые. Неповторимые. И самые лучшие. Вот говорят, хейтеров не любят. А я люблю. Мне нравятся хейтеры. Хейтеры такие же люди, как и все. Абсолютно. Абсолютно. Ну как вас не любить? Как? Я люблю хейтеров. Они такие же люди, как и все. Вот и все. Мои хорошие. Завтра будет зима. Зимушкой вас. И до скорой встречи. Вы были на канале «Жизнь в бетонных стенах» ТВ с Ольгой. Кушайте много, кушайте мало. У кого какие аппетиты. Кушайте как хотите, кушайте вкусно, полезно и вкусно. И аппетитно. И кушайте, конечно же, по мере возможности, кушайте, конечно, свои пельмешки. Свои, конечно, мои зайки. Это так себе. Угу. Я вас люблю. Целую. До скорой. Блин. Встречи. Все будет хорошо. Пока-пока.